искренне. Привет! Эй, ты куда? Подожди! Стой, куда? Так, что же сегодня скрыто под накидкой знаний? Кто скажет? Есть идеи? Это полезное изобретение появилось в лесу недавно. Оно помогает видеть в темноте. Это луна? Луна! Изобретение, ага. Ага, недавно появилось. Под накидкой знаний. О, ну, в каком-то смысле ты прав, Лео. Это маленькая замена луне. Огонь отодвинет от нас темноту, если мы будем с ним осторожны. Вот почему фонарь – великое изобретение. Без него огонь может превратиться в неуправляемый и страшный. Ух. Пожар! На поляне пожар! Пожар! Дети, не подходите к огню! Есть! Готово! Топор! Еще топор! Класс! Вот это да! Круто! Очаг возгорания ликвидирован! Да! О, успели! Свернуть систему пожаротушения! Есть! Лео, ты видел? Развернуть зону, освободить систему! Напор! Да, класс! Кажется, я знаю, в кого мы будем сегодня играть! Пожар! Машина! Машину! О, странно все это. А? Да. Пятнистая букашка, а где же ты живешь? Кому ты ходишь в гости и что в гостях жуешь? А? Пожарному расчету приготовиться! Расчет готов! Рядовой Лео, оцепить зону горения! Развернуть средства тушения! Как там? Наблюдатели! За периметр! За периметр! А что такое периметр? Периметр! Это безопасная линия вокруг пожара. Я что-то не вижу у вас пожара. Да, Лео, нам нужен пожар! Тик, а может, не будем разводить огонь? Как не будем? Ха! Как мы его потушим, если не разведем? А вдруг что-то пойдет не так? Что скажут бобры пожарные, когда приедут? Ну, а как тогда тренироваться? Пожар! Очень смешно, малявка. А это идея. Здорово придумала, сестренка. Видишь, Тик,
Даже такой пожар потушить непросто. Да, да, это я придумала. Теперь я буду с вами играть. Нет, эта игра не для малявок. То есть это вообще не игра. Пожарным надо тренироваться, а малявкам место за периметром. Эй, полегче, Тик. Ну и не надо. Подумаешь? Да я себе еще больше игр придумаю. Получше этой. И вас играть не позову. Давай сюда. Ой! Привет! Олененок, ты же горишь! Держись, я спасу тебя! Да не надо, не надо! Постой! Я в порядке! Я ведь на солнышке живу! И мой папа там живет! У нас на солнышке все такие! Что, правда? Вот это да! Огненный олененок! У вас тут так здорово! Почему папа не отпускает меня гулять по лесу? Меня зовут Искорка. Давай дружить. Искорка? Лес боится огня. Вот почему папа не разрешает тебе приходить сюда. Ой, об этом я не подумал. Что же делать? Я так хотел найти себе друзей. Пожар! Пожар! Всё, я уже натренировался, очаг возгорания ликвидирован. Слышишь, Тик, опять пожар. О! А где Лионелла? Да в лес она пошла, не волнуйся. Но в лесу пожар! Идем к ручью, Искорка. По земле тебе нельзя. Ой, а что так смешно шипит? О, это вода! Скорее, Искорка, прыгай на камень! Прости меня, я забыла, что огонь боится воды. Что же делать? Лионелла! Это Лео и Тик. Они большие, они помогут. Лео, Тик! Сюда, к ручью! А, вот ты где! Сестренка, ты в порядке? Я в порядке, а это мой новый друг. Его зовут Искорка. Здрасте. Это же красный олень. Огонь в лесу. Малявка, в сторону! Нет, не смей! Он мой друг! Тик, успокойся. Ну, подумаешь, красный олень. Огонь, он разный бывает. Ты же пироги любишь? Кто же их не любит? Вот, а их на огне пекут. Зимой мы дома огнем обогреваем. Олененок не виноват. Он просто любопытный. Нет, нет, так тоже не годится. Можно выкладывать перед Искоркой камешки, чтобы он на них наступал. Это где же мы столько камней наберем? Проще идти за олененком и заливать следы водой. Нет-нет, постойте, что-то крутится в голове. О, вспомнил! Вот так. Теперь наш лесной озорник не опасен. Славно ты сегодня погулял. Надо было слушать папу. Но я так рад, что все закончилось хорошо. Конечно, хорошо. Ведь мы подружились с Искоркой. А трудности для того и нужны, чтобы преодолевать их вместе с друзьями. Солнышко садится, мне пора. Иди скорее к папе, пока он тебя не хватился и в тайгу искать не вышел. С
Спасибо, друзья! До свидания! Искорка! Даже с таким опасным зверем, как огонь, можно дружить, если обходиться с ним уважительно и аккуратно. Здорово! И как же мы раньше жили без фонариков? Так и жили. Котята и без фонариков прекрасно видят ночью. Ага. Особенно, когда на небе луна.